IT-гигант IBM разрабатывает финансовую блокчейн-платформу для 7 крупнейших банков Европы. Консорциум цифровой торговой цепи включает Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale и UniCredit. По данным IBTimes.co.uk, блокчейн-торговое финансирование ориентировано на малый и средний бизнес. Платформа призвана упростить и облегчить внутреннюю трансграничную торговлю в Европе, а также повысить общую прозрачность торговых операций. Новое решение разработано на основе технологии Hyperledger Fabric и будет доступно на платформе IBM Cloud. Запуск новой платформы ожидается в конце этого года.